Итак, делаем зубровку. Рецепт очень прост. Достался вот пакетик этот на 1 литр. Есть дистиллят 80-градусный, сейчас налью воды. Ну и получится литр. Посмотрим, что будет через 2 недели. Покупал в магазине тоже экстрагон. Посмотрим, хорошая ли у них настойка получится. Ну что, поехали. Итак, вот получил я литр 100. Написано, что... Вот, засыпал, написано, что ждать 2 недели. Вот все содержимое здесь. Сейчас размешаю, уберу и буду периодически проверять. Ну, что, тогда до дегустации. Итак, сегодня настал тот день и час, когда мы будем дегустировать зубровку. Вот, в начале видео есть, вот мы эту зубровку взяли, залили, и вот прошел месяц. То бишь, 2 недели это все настаивалось, и 2 недели это стояло в стекле. Так, сначала, ну вот даже не принюхиваясь, чувствуется запах зубровки. Сама зубровка мне нравится, поэтому я как бы так с интересом к этому отнесся и буду, наверное, постоянно делать, что залил. Буду ставить постоянно зубровку. Так, понюхаем, да? Он такой травянистый запах. И все-таки чувствуется спирт, алкоголь. Здесь уже разбавленный он до 40 градусов. Из нюансов, да, чтобы вот этого запаха не было. Кстати, много очень, да, сыпнул, но все равно запах алкоголя присутствует. Не перебивает. Собственно, к чему? Наверное, все-таки месяца мало. То бишь, настаивать надо почти месяц и месяца 2-3 в стекле дать отдохнуть. Месяца мало. Ну, давайте сейчас попробуем, какой будет на вкус этот напиток. Сначала не закусываем. Зубовка ярко выраженная. Вкусная, обжигающая. Так слегка. Но зубровка, то есть не спутайте. Ни с какой другой не спутать. Хорошая зубровка, дать ей больше отдохнуть, и будет здорово. Так, теперь еще раз попробуем и уже закусить. Пробуем с колбаской. Здорово. Ну что, делайте зубровку. Классная настойка. Кстати, была терново-сливовая. И хорошо она легла. Фруктовых ароматов нет. Аромат зубровки. Ну, сегодня мы будем еще здесь пить, распробуем ее. Я думаю, последствий не будет. Моего дистиллята еще никого, когда похмелья не было. Так, всем пока, ставьте лайк. Отличных всем напитков.